Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Открываем сундук. Тяжеловоз, ускоритель, дым. Так, новые задания. Маневр. Получить в воздухе времени, короче. Получите 200 времени в воздухе на сельской местности. Так, команда у нас спит. Сундук здесь получаем бесплатный. Опять же, магнит, ускоритель, фляг. Фух. Ну что, ну, я думаю, что всем, наверное, несложно догадаться, что мы, ребят, сегодня в этом месяце не получим, я, по крайней мере, не получу топовую награду. Потому что давненько не играл, отдыхал, так сказать, от хакерки, и вот теперь вернулся. Воскресный чемпион. Ну, во-первых, поменяем нашего, нет, не водителя, точнее, не машину, а водилу. Вот такой вот будет у нас Рыжий Карлсон, ё-моё. Поехали. Угу. ХКРочки. Так, я вижу. Ух. Нормально. Отлично просто, по красоте в данный момент. О-о-о-о, лезет. Этот... супер авто там лезло. Но, ребят, тоже оно споткнулось на мостике, и мы как бы... Вот сейчас, вот сейчас, конечно, оно тут лезет. Ну ведь я же взял, у меня же было ускорение. Ну с какого, блин, перепуга-то? Просто идеально. Есть. Фух, блин, я опять начинаю играть, но я опять начинаю нервничать, опять дыхание сбивается. Что ж так она меня импульсирует, игра-то эта, а? Да потому что вот это вот раздолбайство пошло, блин. Ну, давай, залетай ты. Так, один ребят не вписался. У-у-у! Красиво. Но это еще не все. Последняя у нас гонка будет. Последняя у нас тут, ребятушки, гонка будет. Опа! Давай, не обделайся, не обделайся, Рейчик, не обделайся. Угу. Нет, не вздумай. Прекрасно, прекрасно, ребята. Все у нас сделано как никогда. Все в наших традициях. Все в лучшем виде. Так, управление какое-то. Так, сумрачный кубок у нас там. О, хо-хо-хо-хо, ребята, Никита, это не с ней ли я гоняю постоянно на событиях с боссом? Не это ли Никита меня там все время нервирует? По-моему, это она. Мы-то думали, что там был Никита, а на самом-то деле Никита. Вот что я тебе хочу сказать. Слушай, ну пока хорошо. Вот начинаем опять дурковать. И на этой дурке занимаем первое место. Шикарно. Что могу тебе сказать? Я, знаешь, что думаю? Что, наверное, сегодня мы сделаем серию по первой части ХКР-ки. Ну, ты знаешь, где этот видосик искать? Ну, конечно же, на моем третьем канале, который давно не посещался. И посещался он лишь по одной причине. Причина элементарная, ребята. Нету времени. Три канала вести нету. Я на второй-то еле успеваю канал видосики выпускать. А на третий... Ну, если кому интересно, то на третьем канале у меня, ребята, игры про гоночки. Если вдруг кому-то интересно. И называется он Ray Race. Если вдруг кто-то не знает. Но я думаю, что многие знают. Олды знают точно. Смотри-ка. Все. По идее, вот эта игра тоже должна быть на третьем канале. По большому счету. Потому что это гонки. Так, ребята, большой воздушный куб. Команда проснулась, что ли? Ё-парасоте. Так. Меня уже заметили. Что я тут. А как вы замечаете, что я тут, а? Жуки вы навозные. Любя, ребята. А то сейчас скажете, что я вас оскорбляю.
Живой, живой, ребят. Да, я записываю. Я записываю, и у меня большой воздушный кубок. Все, ребят, не отвлекайте меня. У меня большой воздушный кубок. И большие вредные враги. Ну. Упал как мешок с картошкой. Меня это вот раздражает, когда он так падает. Блин, мне еще, по-моему, ресница в бровь, в глаз, или что, бровь, ресница, тут не поймешь, блин. Попало. Нет, 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 не надо вертухая пропускать. Вертухаем называю я вертушку, ребят. О! Вот это было смачно. По красоте пролетел. Просто по красоте. Там и на мотоцикле, я смотрю, чувак там чешет. Смотри, 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 на крыльях ночи. Но он с противовесом едет, да? Есть. Фига у тебя физиономия, девчуля. Только в фильмах ужасов тебе сниматься с такой рожей. Что там у нас? Так, я чай пошел пить с старого Рэй. С ревет. Он пошел катать. Так, Рэй, почисти клан. А то много кто не играет. Ну, в принципе, да, наверное. Дамир гонщик. Ауф. Ну давай, начнем. Так, ауф. Так, Дамир гонщик, я не помню. Пока оставлю. Так, это командный стук, события. События. Ну, видимо, диски стояк уже все не играет, по ходу дела. Поэтому и Дамир гонщик тоже. Раз их ни там нету, ну что я сделаю, ребят? Что я могу сделать? Ничего. Онлайн. Так. Править команду. Нет, 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 не править. Так, сейчас посмотрим. Дикий стул. Ну, поехали. Такс, квиз. Ну, гелик, гелик на месте, гелик играет, видно сразу. Легенда 10. Ну, пока хорош. Почистил. Ой, почистил. И я, ребят, продолжаю. Я продолжаю. Я не унываю. Так, баги тут лезет. Блин, вот эту трассу я ненавижу, ребят. А чё с ним случилось-то, я не помню. Там в березку, что ли, влепился? В елочку, точнее. Или чё? Странно. Трактор ехал, ехал, ехал и, к сожалению, не доехал. Блин, без буста фигня получилась полная. А, так он на этих. Все, я понял. Он на попрыгушках.
на своих обделанных. Они ему не помогли, он где-то там опять. Ну, здесь, конечно, попрыгушки используют. Это, по-моему, самое последнее дело. На такой карте, на такой местности попрыгушки еще врубать. Что ты творишь, Рэй? Ёпарасоте. Вообще жесть-то какая творится, посмотри. Сосун Wash and Go. Давай забирать. На Буран, на Буран. Зачем на Буране-то попрыгульки, вот ты мне объясни. Я, например, не понимаю. Что у нас тут, вид? А, ну мы, вид. Давай мы возьмем лицо. Где она у нас, вот. Во. Барышня-цыганка. Пошпарили. Николо. Ты чё было? Это был идиотизм. Ну как ты мог перевернуться-то? Ну ё-моё, ну ущелье миллион раз прошуганное, блин. Вот такие, ребят, бывают косяки. Непростительные причем. Смотри, 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 сзади хлыщ. Хлыщ там хочет обогнать меня. Вот так вот. Но это все равно, ребят, фигня получается. Мне нужно еще одно первое место. Да и то не факт, что буду первым. Вниз. Оу, твою... Аллилуйя. Жамбруя. Та-та-та-да. Итак, первый. Первые, ребята. Рэй, ты с вебки снимаешь? С вебкой. Рэй, ты меня помнишь? Ребят, вас знаешь сколько? И всех запомнить, ну это просто мне нереально. Это, ребят, не в обиду. Очень много подписчиков. В каждой игре практически пишет: а ты меня помнишь, а ты меня помнишь? Ребят, я помню олдов. Гелика вот, например, помню. Потому что мы с ним общались, и он долго у меня здесь в подписонах, так скажем. А, например, те, кто один разок там где-то засветился, а потом пишут, таких очень много, и поэтому я не то что не помню, я даже не запоминаю. Но это ни к чему, понимаешь? ДТП. По черепашкам-ниндзя, вот, например, Вуди, Вудпекер. Конечно, я его запомню. Потому что он... Ну и все, все, все. Лопухнулся, ребят. Перелетел. Что-то я тут, конечно, вообще как-то паршиво проехал, если честно. Фига меня там... Я в первый раз видел, чтобы вот так меня ветром пронесло. И еще первое место занял при этом. Круто. Это было, конечно, круто. Так, Рэй, а ты же полклана кикнул. Зачем? Иди-ки стояк, ага. Всего 6. 6 человечков убрал. Тьфу ты. Так, а дикий стояк, что? Дикий стояк, его нету в игре. Если он придет, он, конечно же, я его возьму обратно. Если у него все по нолям. Естественно, он, значит, не играет. Он, может, ушел. Может, он обиделся на что-нибудь. И ушел.
Я же не то, что со зла его удалил. Так, ладно, ребят, меня отвлекаете своими вот этими сейчас вопросами. А, блин, третьим. Третьим, я думал второй. Нет, третий все-таки я. Ну что, сегодня 13 тысяч кубков у нас. Это максималка, что мне светит. Насколько я понимаю. Опять они вдвоем меня тут, а? Ну тут вторым. Этот тахлыч как меня обгоняет, я не могу врубиться. Видимо, на старте. Ну да, он, видимо, ребят, на старте меня довольно некисло обгонял. Так, ну что, у меня получается второе место должно быть. Да. Так, так он крикнул тех, у кого даже 30 километров не было. Так, ладно, все. Отвлекают, не дают мне нормально погонять. У меня времени, как говорится, в обрез. Еще 250 игр сегодня мне нужно поиграть. Это что за хламон тут рванул так рьяно? Не надо, блин, крокодилов всяких. Вы сами говорите, почисти клан. Я почистил, ребят. Вы опять начинаете что-то ныть. Я не пойму. 30 километров написано. У него, сами видели, вообще ни одного километра не проехано было. Какие претензии-то, не могу понять. Видишь, блин, затем вот... Блин, паршивец этот, а? Выехал. С турбиной. И на байке кто-то умудряется, ребят, даже. Эч, нормалек. Да отвали ты от меня, а. Чепушила ты дришневская, все. Я, ребят, все-таки первым. И на один балл я его опередил. Также пускай сосет песос. Чего я не могу? Почему ты не можешь-то? Так. Поехали. Тут сейчас будем 3 часа рассоливать. Гели, короче, взять. Я его из клана кикнул, а не заблокировал. Блин, вот это мне нравится. Вот когда вот так вот на одном дыхании пшух, прошуршиваешь просто по красоте.
Обожаю, когда так мы делаем. Просто обожаю. Так, это не выскочка, это... Блин, уже все позабыл. Все машины. Название всех машин позабыл. Нормалек, этот не успел. А кто не успел, тот опоздал. У нас так. В простонародье говорится. Ё-моё, я думал, сейчас залечу в эту. Помнишь, как у нас частенько было? Ау, твою горбатую фигню. Нормально, ребят, все окей. The best from West. Что там опять? Фу. Так, ну что, поехали далее. Нам остается тут совсем немножко до 13 тысяч кубков. Совсем капельку. Ну, сундук не получим. В этом месяце сундук у меня, ребят, не светит. Так скажем, налегке играли в этот месяц. Ну, месяц февраль, он короткий, поэтому ничего страшного в этом нету. Он нам не принципиален. Зато я поиграл во много других игр. Особенно, что касается на втором канале. Да, приходится вот так вот жертвовать. Либо здесь, либо там. Никак не получится тебе уместиться на всех каналах и при этом держать ту самую марку. А то, что многие говорят, второй канал, типа, мало просмотров. Ребята, мне не в том, что просмотры. Мне просто хочется играть игры не только на мобиле, но и на ПК. Понимаешь? Это моя отдушина. А что мало просмотров? Ну, мало и мало. Для меня это не актуально, если честно. Сейчас все равно за это нам не платят, так что... Надо вообще переходить на стримы. Я уже сколько обещал переходить, все, никак не могу на них перейти. Все, мне не так. А знаешь, почему я не могу перейти? Потому что я не усидчивый, наверное, ребята. Я не смогу, блин. Мне вот час записи видоса очень сильно. Тем более у меня нету стула. Я сижу на кресле, и у меня постоянно затекает спина. И вот постоянно мне приходится... Я начинаю затекать, и мне приходится постоянно дергаться. Хотя я думаю, что и... Хотя, не знаю, помог ли мне бы стул... Ну, компьютерный, ты понял, да? Или не помог бы? Не знаю, неизвестно. Все время, всю жизнь свою, сколько я сижу на кресле. Поэтому горбуном таким становлюсь потихоньку. Со спиной проблемы большие, огромные просто. Че ты там раздухарился, Мэриан? Ну, давай гуляй. Нормально. Все. Фух. Ну что, еще одна гоночка. Я думаю, первое место займем. Блин, фига ты. Фига. А, так он с этим идет, ребят. Не, нормально. Фух. Прокатило. Сука, Лего. И никнейм такой. Ну что опять-то там? Рэй, зачем удалил заброшенный? Он же 78 км на... Какой заброшенный? По-моему, я не трогал его заброшенного. Я уже не помню, кого там. Заброшенный какой-то. Заброшенный что? Там такого вроде никнейма-то и не было, заброшенный.
Крокодил? Все, понятно, понятно, я понял, блин. Плешивый крокодил этот, долбанутый, постоянно меня выкидывает обратно. Сфейлил, короче, катку, получается, ребят. Дерик Шмерик. Ну, катку сфейлил. Одну, ладно, фиг с ним. Из-за этого дебильного, умственно отсталого крокодила, блин. Чепушила. Как ты задолбал меня, крылатое чмо, а? Напялил крылья, блин. На жопу себе и радуется что-то. Пускай гуляет Вася. Е, нормально. Три. Ну да, второе место. Глубоководная езда. Давно, давно водички не было, ребят. Я даже прям соскучился по воде. Прям заскучал по водичке я. Молодец, Рэй. Еще и прозевакал все, что можно и нельзя. Че-то я не помню эту трассу, если честно. Уже подзапамятовал. Е! Мастерски, мастерски мы сделали все это дело. Ауч! Давай, 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 так вот, отлично. Отлично, феерично, отлично, феерично. Так, тихо, 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 парниша, тихо, не увлекайся, не увлекайся, говорю. Как тебе такой расклад? По-моему, забестерский был, да? Так, ну что, ребят, сейчас поиграем. И пойду-ка я, наверное, перекушу, что-то я кушать захотел. На нервной почве. Долбаная подводная лодка, блин. Ну все, ребят, последним еду. Как она меня бесит, а. О, даже первое место, ребят, оставил за собой. Эй, прикольно. Темные дороги. Погнали. Темные дороги, темные дороги. Давай, 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 Рэй, я знаю, что ты можешь. Можешь. Хочешь, главное, можешь. Первое место взяли мы. Ну... Нормально. Турбоускорение поджало. Есть. Мартони. Мартони отдыхает, потому что рычаг зажигает. Ну, вот надо было обязательно споткнуться, да? Зря я, наверное, так сделал. Нет, первым. Че? Мартони, ты че? Сосунок ты этакий. Ну что, 30 самоцветов зарабатываем. Так, Рэй, повесь меня. Повесь меня, повысь меня. До второго лидера. Рэй, сегодня до скольки играешь? Да, в принципе, отыграл уже. В принципе. Так, ну что, давай, наверное, я еще в приключении прокачусь.
Нет. Не в приключения, ребят. Так, давай-ка откроем эти сундучки. Угу. А это пускай на открытии стоит. Так, командный. Командную гонку надо обязательно, ребят, запилить. Слушай, это у нас, наверное, по прыжкам, я так понимаю. Да иди ты в пень! Ну и здесь на чем ехать? Это же аттракционы, блин, дурацкие эти, ребят. Хуй. Я откуда знал, что-то. А там, оказывается, на прыжках. Ну, здесь сейчас голову буйную положим. Совсем, ребят, не айс. Вот совсем не айс. Да. Печальный случай. Что-то хампер тоже еле едет, по-моему, да? Хампер, ты меня просто убил, хампер, своей вот этой глупостью. Так. Теперь я хочу еще вот здесь, ребята, прокатиться. Ну и, наверное, будем закругляться на сегодня. Потому что мне еще надо выкладывать. У меня там 6 видосов, ребят, для второго канала лежит. Сегодня надо выложить. Потому что завтра мы уже что будем делать? Завтра понедельник, завтра буст у нас в Черепашках Ниндзя. Как раз последний мой выходной крайний перед работой. Вот, что еще у нас там? Iron Harvest сегодня, наверное, выйдет серия у нас. Опять же, это для второго канала. Попробую, наверное, сегодня в Let's.com пройти этого босса, на котором я психовал. Но которого надо 3 идеальных попадания сделать, блин. Не знаю, что из этого получится. В общем, посмотрим. Давай, 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 вытягивай. Маленький-маленький мотороллер. Не, ну он как бы в принципе, ребят, неплох. Чуть было не упало. Шапку потеряла, ну фиг с ним. Я, как считаю, ребят, лучше потерять шапку, чем голову. Верно? Получим мы с тобой второй сундучок или нет? Дотянем мы до него. И вот подъемы, конечно, мотороллер очень тяжело поднимается. Ну да. Да. Все бы ничего. Поспешил, мог бы, наверное. Да! Но, тем не менее, 2 сундучка получили. Ну что, дорогие друзья. Рэй, когда ролик? Слушай, сегодня должен быть, по идее. Ну, это по идее, а там уж посмотрим как. Ура, масленица завтра. Что на носу? Бородавка, но-но. Масленица. Ладно, ребятушки, на сегодня мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.